И всем хай, народ, с вами Black Market, и сегодня у нас 12 июля, я хочу показать прикольный проект, на котором я играю и зарабатываю криптовалюту Tron. Называется он Cosmos Games, ссылочка для регистрации в нем будет в описании, я снимал несколько обзорчиков, вот обзорчик получается, вывел $73 в тронах, вот обзорчик, и даже где-то месяц назад я снимал. Так, вот обзорчик, сегодня поиграем именно в одну игру, которая мне больше всего нравится, так сказать. Кстати, здесь при регистрации дается 500 кост подарок. Кост – это внутриигровая валюта. Один трон равен один кост. И вы можете получить за регас вот в такое время. Так что регайтесь, получаете косты, на них играйте и выводите. Здесь очень много различных игр. Дофигища просто. Вот видим все транзакции, то есть игры. Вот кошелек игрока, сумма, какая игра и время. Вот кто выиграл, кто проиграл. Есть у них YouTube канал свой. Возможность зарегаться, Twitter и Instagram. Можно перевести на русский язык, здесь посмотреть подсказку. Если вы не знаете, что такое криптовалюта Tron, она действительно есть, переходим на CoinMarketCap, спускаемся вниз, и вот здесь получается криптовалюта Tron. Так, один Tron стоит всего получается 1,8 цента. Это недорого, вы можете его купить с помощью обменника мониторинга, получается BestChange. Вот так он выглядит, с Kiwi, например, на трон. Так, вот так вот. Или там получается со Сбербанком можете купить. Нажимаем. Найти лучший курс. И вот. Ищем и покупаем. Так. Яндекс, деньги, Киви, там, WebMoney, любые карты. Покупаем крипту. И вам всегда понравится кошелечек TronLink. Вот так он выглядит. Ссылку на него оставлю в описании под видео. Он есть в любом браузере. Это такое расширение. Давайте войдем в него. Я здесь давно зареган. Рега тоже простая. То есть вы зарегались в игре, установили кошелечек от TronLink себе, и здесь будет ваш адрес. Потом переходим на этот сайт и обмениваем, например, со Сбербанка на криптовалюту Tron, вбивая там все данные свои и вот этот кошелечек обязательно, чтобы вам перевели троны. На 1000 рублей купили, например, тронов, и можете здесь уже играть. Так, здесь получается пароль сменить, информация, реф-программа есть. То есть вы можете зарабатывать, еще приглашая сюда друзей. Вот, нажимаете линк, здесь ваша ссылочка, приглашаете и получаете определенный процент. Так, поддержка, вопрос-ответ. Вся статистика. Кстати, здесь постепенно вы будете получать бонусы, переходить на новые уровни и за это получать троны. Играете определенное количество игр, выигрываете и это получаете. У меня уже получается Мун я прошел, Меркурий получил троны и скоро будет у меня Венус. Так, как пополнять здесь баланс? То есть вы сначала, как я сказал, зарегали здесь. Вы можете зарегать через кошелек TronLink обязательно, либо просто так. Но кошелек TronLink вам нужен по-любому. Он есть в расширении, получается, для браузера. Купили здесь крипту. И все. Здесь сделаем депозит. Вот вбиваем сумму, например, 10 трон. Трекс депозит. Здесь будет ваш кошелечек, который вот здесь. Вот он. Нажимаем accept. И все. Деньги пополнены. И здесь потом вы переводите с космадреса на косты. Также потом можно деньги вывести. Переводим обратно на косты. И выводим. То есть кост это внутриигровая валюта. Один кост равен один трон. Вот такие есть игры: Mega Dice, Mega Slot, Zodiac Spin, Lucky Hit, Space Racing, Baccarat, Lotto, Mad Max. Я уже рассказывал про них в предыдущих обзорчиках. Можешь посмотреть вот здесь вот. Также здесь. Ссылки оставлю в описании и в подсказке. На сегодня сыграем, получается, Lucky Hit. Счастливый билетик, как я понял. Так, можно перевести на русский. Все, народ, здесь музыку включить. Вот все мои игры. Здесь игры других игроков. Приличную сумму они выигрывали. Как здесь играть? Здесь есть умножение. Выбираете, на что будет умножаться. Например, ставим вот здесь ставочки 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 костов. Это то же самое, что троны. Вот, например, по 10 поставим. Я буду ставить на тройку и пятерку. И если мне выпадет 3 раза x3 или 3 раза x5, то это все умножится. Нажимаем старт. Так, окей, match to win, и мы должны сейчас это все нажать. Раз, x2, x5, x10, x2,
X3 давай. Блин, я проиграл. Давай еще раз сыграем. Так. Поставим, например, по 5. Вот сюда. Нет, давайте вот так сделаем. Вот так. Рискнем. Может, здесь выпадет. Все, нажимаем. Так, x5, x3, x3, нет, x50, x2, x2, x2 опять. Что ж такое? Но сейчас не должно x2 выпасть. Очищаем и поставим вот так вот. Вообще рискнем. То есть, здесь можешь как выиграть, так и проиграть. Кстати, я здесь 500 поднимал целых. Так что я в плюсе по-любому. Х2 опять. Да ну нафиг. Это очень плохо. Смотрите, а я сейчас поставлю только на Х2. Вот так вот. Соточку. Смешно сейчас будет, если будет Х3. Очень смешно. Так. По 50 поставим сюда и сюда. Посмотрим, что у нас будет. Надо отыгрывать соточку. Сейчас x5 выпадет, да? x2, x5, x3. И... Ура! Отыграл. Ну вот так вот. Еще раз так же рискнем. Так. Погнали. Здесь можно демо еще, кстати, играть. Так, x10, x3, x50, x3. x3 может выпадет. Давай x3. x3. 150 выиграл. Че, еще раз? Давайте еще раз по 50. Так, старт. Погнали. Так, x3, x10, x2, x2, x2. Ну и так вы можете подниматься. Еще раз давайте рискнем по 50. Давайте сюда, а нет, также по 50 не буду. Старт. Погнали. Ну, x5 очень редко падает. x5, x2, x5, x10, x50. X5 выпало, нифига себе. Так. Все, дальше не буду играть, покажу вам выплату. Так. Заходим в Exchange, сюда. Выдаю 2000 тронов. Ну, кстати, мой депозит. Здесь нажимаем 2000. Костов, это то же самое, что трона. TRX Exchange нажимаем. Так. Все круто. Это все обновляем. Так, теперь мы должны подождать. И деньги мне зачислятся. Так, не забывайте про левел бонус, то есть играйте больше игр. И на этом тоже зарабатывайте. А, я вот уже скоро перейду, походу, на бонус этот следующий. Или уже перешел, что я сыграл 1100 игр. Да, в следующем видео покажу, как я получаю бонус. Так. Ну и где мои троны? Перезайдем. Кстати, когда вы будете регаться, вот здесь получается, через кост, ну через email ваш, то вам придет на почту оповещение. Обязательно гляньте его. Там будет, так сказать, подтверждение код такое. Так, виздрав. Ну, давай, зачисляйся. Все снимаю одним дублем. Странная тема. Все, есть. Так, сумма 2010. Отправляем код. А, что я делал? Здесь вбиваем адрес ваш, кошелечек. Вот так, раз.
Двас. Здесь. Код. Отправляем. И сумму в тронах. Так, переходим на почту. Вот, получается, народ, на почте будет письмо с кодом. Вы его полностью копируете. Даже если там будут решетки, вообще полностью. Сюда вставляете. Кошелек, сумма, код, виздрав. Все отлично. Как мы видим, что я получил выплату. Переходим в троны. Заходим сюда. И видим, что 2010 RX мне пришло. Вы можете транзакцию посмотреть на TronScan'е, все открыто. В следующем видео буду играть еще другие игры, например, Mega Dice, либо Mega Slot, но мне больше всего нравится вообще прям самое-самое-самое любимое, это Space Racing. Покажу, как я получил бонус, что мне зачисляется. Так вот, на TronScan'е транзакция это количество 2010 тронов. Скоро подтвердится она. Вот 13 блоков уже. Ссылка оставлю в описании. Также на мониторинг обменных пунктов, где вы можете купить крипту. Ссылку на кошелечек. Обязательно ставите расширение это, используйте его. Так что всем желаю удачи. Этот сайт платит. Смотрите мои следующие обзорчики. Также предыдущие. Ссылочки оставлю в подсказке и в описании. Всем желаю удачи и всем профита.